Что, YouTube обратно лагает? YouTube обратно лагает еще? И не лагает. Здорово. Чё там со стримом, лагает или нет? Мне кажется, что обратно фризит, блин. Или не фризит? Или фризит? Боже, обратно YouTube херово работает. Не, нормально все, да? Как по мне, вроде фризит, не? Или не фризит? Привет, здорово, Лев. Так, материалы 580. Отдохни лучше, много стримов, это хорошо, но отдыхать тоже нужно. Да ну отдохну ночью. Просто у меня полдня света не было, типа, я хотел утром вообще постримить, типа, я такой проснулся, а света как бы не было. Там, типа, работы какие-то были. Блять, ёбаный стул, двигайся. Пошли ментов тулить. Не, спасибо. Можно мне спокойно как бы поиграть? Не хочу обратно в Obsidian сидеть. Пиночка сегодня такая неплохая, кстати. Здорово, Дима. Как дела, как настроение? Симка какой-то тут приехал. Полетели. King Darkness. Кто знает, сколько можно на твинке имущества иметь? Ну типа, я знаю, что нельзя иметь симку какую-то блатную. Блат номера, дом, бизнес. А имущество, типа, ну, в плане автомобиля, типа, без разницы или нет? Вино? Бля, я вино вообще не люблю. Как же мне лень зарабатывать? Кому сейчас легко, братанчик? Кому сейчас легко? Никому. Поменяйте инструмент на складе, работаю так. Выполнить. Подписать его контракт с ТК. Я понял.
Киряку, во сколько рестарт на серверах? 6 утра вроде. Обычно рестарт происходит. Если я не ошибаюсь. Ну, блин, я люблю именно алкоголь, когда он вкусный, понимаешь? Типа, я такой привередливый в этом плане, типа, ну. Я люблю вкусное пиво там, ну. Водочку хорошую. Типа, попало шо, я пить не буду, короче. Я в этом плане такой привередливый. Писюн, типа. Чё писюн сразу? Ну ты уже были, да? А вид заводится обычно после рестарта? Нет. Серваки закрывают обычно там 12 часов ночи на обнову. Вообще, по идее, должно видео выйти, типа, про обнову. Как я понял. Ну, как обычно это происходит. Так что будем ждать, короче, не знаю. Будет ли обнова, не будет. Непонятно, короче. Очень-очень непонятно. Броспен будешь снимать? Ну, не только про вен, про обнову в целом буду снимать видос. Так, погнали сейчас бизнеса бабки снимем. 3 миллиончика, думаю, хватит. Так, баланс. Меняется счет. Там, по-моему, призак что-то еще валяется. Слышь, прайс. Все еще денежка, ебать. Так что все красиво. Привет. Нормально потихонечку. Ну, уже новый запустил. Спасибо. Удачи тоже. А где у тебя село? А не скажу. Ты помнишь, где я сейчас живу? Не скажу я где. Это секретная информация. Обнова в ноябре. Ну, они писали дату, что в ноябре, но, блин. Все-таки Хэллоуин, я думаю, не на Хэллоуин написать обнову. Я в Киеве. Но я недалеко от Днепра живу. А где именно, не скажу. Недалеко от города Днепр. $10 000, я скажу, где он живет. Нихуя себе, за 10 тысяч я тоже скажу. $10 000 говорит. Здорово, это нормально все. Нормально все было, пока ты не зашел, я въебался. Давай, да, рассказывай. Уже стрим, братан? Ну да, уже стрим. А я в Деморгане, нормально. Ты водятел, блин.
Я за 5 скажу. Слышишь, лидеров сына только поставили, блядь. А, да? Ну пусть знает, кто тут самый главный криминалист, ебать. Кого-то Рыжика в Марте вообще перелезешь. А то кто была? Рэма, по сути, хелперник, бля. А, да ты? Может она... Ну, может она под админку косит. Да нормально все. Газончик тут продают. Я жду видос вообще про обнову, когда выйдет. Обнова нацелена не на Хэллоуин, а на дальнейшие изменения проекта. По типу фермы анимации. Да я видел этот пост, типа... Эмодзи, помнишь? Ну. Федя сказал, что их можно будет отключать на срок. Я знаю. Потому что это будет еще не FPS влияет. Ну, понятное дело. У тебя как микроволновка твоя взорвется нахуй. Блять, после Нового года возьму другую. Ну, правильно. Там уже с Энди надо будет поиграть, блядь. Ну ты сильно тут не зарекайся, нахуй. Ну, 1660 зарекается. О, а кто, чья это машина? Николай Мороз. Обнова будет в ночь со вторника на среду. Возможно. Блять, угоны нахуй, ёбаный рот. А я тут ебалом щелкаю нахуй. Бля, механик, сиби, пожалуйста, по-братски. Бля, вот бы сейчас трейлер выпустили через 2 минуты. Было бы неплохо. Ой, пизда, ой, пизда. Ой, как им повезло, ой, как им повезло. Потому что я газ отпустил, чтобы выровняться. И обратно я не успею, ёбаный в рот. Сорок секунд осталось. Надеюсь, там не так много людей будет. Блять, ну ебаный рот, нахуй ты бегаешь сам, долбоеб. Блять, сука, тупой ты, сука, и шаг. Бля, обычную свою какую-то хуйню. Вы видели эту хуйню, ебать? Он сам побежал обратно. Будете сказать, что это не клавиатура, ебать? А мне кажется, это клавиатура, ебать. Батарея проще даре лохнуться. Маску, думаю, смысла нет одевать, ебать. Интересно. Интересно получилось. Вышел, ебать, называется. Перебаганулось. Бля, я его пошутил. Привет. Там, блядь, политика ебаная. Где, шо? Кирюша. Я бы пошутил, он там политика был. Привет, Кирюша. Здоровей видали, нахуй.
Ебать, а где аж машина стоит, уж вонь. Ба, она что, где-то там стоит? На воинской части или что? Где она заспавнилась, блядь? А где она, блядь, заспавнилась? Вот это она стоит? Кирюша! Иди нахуй, долбоёб, блядь. Сейчас сону, блядь, выгоним нахуй. Какие вы грозные. Да, нормально, они машину поставили, конечно. Это система типа поставила. Давай до утра стрим. Так не будет обновы сегодня. Не, ну, блядь. Может, конечно, и будет, но я сомневаюсь очень сильно. Да даже чипа нету, ну ёбаный рот. Даже чипа нету, пиздец. Хуйня. Хуйня у коня, у нас тятя, понял? Блядь, скачай бы 15 скилл на гонках, бля. Было вообще прекрасно. Слабо он крикнул. Ну, может и слабо, конечно. Бля, муха, подъедь к нему лично, блядь, и хуяр, бля, пусть не тебе на ухо кричит, блядь. Согласен. Сука, время перевели, я вообще не высыпаюсь, нахуй. Я, бля, запутался, когда я просыпаюсь, нахуй. Куски у тебя, 10-й. Я ему 500к должен, если тебя унижат. Унижат. Ты, бля, писать научись, ебаный ты хуй. Ебать, у него лагает, ебать его рот. Бля, я хуею, бля. Да пусть интернет купит, ебаный рот. Видишь, блядь, не один я с такой микроволновкой, нахуй. Да у него вообще микроволновка страшная, ебать. Твоя еще, блядь, нормальная. Бля, ну я думал, гонка будет да, какая-то получше. Хард, походу, у меня SSD стоит. Федя вроде говорил, что оперативка, типа, влияет. На то, чтоб не лагало, наверное. Он там за оперативку говорил. Сука, разъездились, нахуй. Здорово, привет, Николай. Процессор решает. Не знаю, меня пока все устраивает, но, конечно, летом, наверное, хотелось бы что-то получше уже взять. Там i7 какой-то, 3060. Так, сейчас добежим, может, там еще гоночки есть. То как-то за 5 минут, ебать, что-то сильно быстро. Я добегу. Это сейчас 3060 недорого, а летом сколько она будет стоить? Ну, кстати, да. Это какой-то супер, 20... 2060 супер, или какая там видюха есть, что я слышал.
мне говорил, типа, что она такая же, ну, типа, похожа на 3050 или на 3060. Нихуя тут нету, ебать. Поехали, да, особо туда. Ой, да, спама закрытая. К сожалению, либо к счастью. Кто знает, сколько можно иметь имущества на тринке? На какую сумму? Допустим, я могу туда взять и закинуть, допустим, машину с аудиосистемой. Или нет? Яркость 100% у меня стоит. Кирилл, привет. Давно смотрю твой канал. Где можно скачать твою сборку в Амазинге? Скажи, пожалуйста, какое у тебя разрешение? Я играю не со сборки. Я играю с лаунчера. Разрешение у меня 1920 на 1200. Ну ты, конечно, водитель, пиздец. Да, вроде. Типа, можно, ну, типа, я знаю, что там нельзя иметь симку, пиздату, типа, номера, бизнес, там, дом. Ну, типа, а машину можно любую, да, закинуть на твинг, допустим? Или нет? Могу тебе сделать, чтобы число было. Хочешь или купить там? На тебе, ебать. Аж ебать, глаза выедает, нахуй. А как сделать растянутую машину? Настройки, графика. Широкоформатный режим выключить. И все. Идет сразу. Да я так на будущее спрашиваю. Хочу себе твинг сделать. Ну и втором, типа... Просто туда какую-то тачку закинуть нормально. Эта команда такая, я тоже могу сменить. Нет, ты не сможешь сменить. Могут только админы, либо ютуберы. Ты хочешь сосновый перекинуть машину на твинг? Ну, либо деньги туда закинуть. Да мне кажется, так нельзя. Только на твинке, когда покупаешь за бат, который на твинке. Думаешь? Ну это логично. Урона, может, непонятно, быть. Почему только для ютуберов эта команда. Ну типа ютуберам удобно, ебать. А чё за бомж приехал, ебать, на велике, нахуй? Тебя не слышно, можешь не распинаться. Охуенный эти тип, ебать. Чё говоришь? Что дрочишь, когда бормочешь? Что говоришь? Само от меня салам. О, скажи. Зелёный статик стоит. Вот так вот, ебать, бывает. Будет типа махинация с аккаунтом. А почему махинация? Типа я, ну, через третье лицо, типа я, можность передавать верты, типа, ну, почему нет? Почему нельзя передать машину, например? Ну, ты ж, типа, не отдаешь их обратно? Ну, не отдаю, и чё? Короче, надо будет спросить у кого-то. Да 100 лямов. Вот это будет махинация, если не отдаёт. Бля, я, конечно, шашки вообще не люблю, тем более единички, блин. Были бы Ольги семерки, ебать, я все равно бы не купил, потому что у меня денег нет. Кстати, Филимон, не знаешь, кого Ольги семерки? У этих... Николсонов, скорее всего, да, наверное? Ольги семерки. Да, кстати, ашки я в продаже давно не видел.
Пиздец, вот что делать, ебать? Гонки закончились. Пиздец. Вот четверки точно у них. Рыбачить. Рыбачить такое себе занятие. Же так делает на пинку бабки передает и в казик ебашит. Ну, в принципе. Надо бы просто узнать, как бы. Может, у Полина там, либо еще у кого-то. Ну, типа, блядь, чтобы был еще запасной аккаунт, типа, ну. На всякий случай. Так он и так их продал. Вроде не. Вроде бы он и так их продал. Я не знаю, сколько им цена. Ашкам. Я без понятия. Не, ну справа ряда поворачивай налево, конечно, но это только фермеры так ездят, нахуй. Скин демона за 60 продавали, то нахуй нужен. Номера теперь мои. Какие? На газоне. А чё твои? Кого ебать подрезаешь нахуй? А, лошара. Ули, ешка ебать, картонная залупа нахуй. Я хриплый. Тебе кажется, брат. Понимаешь, когда ты в эту машину садишься, понял, сразу голосочек, понял, меняется. Блять. Я реально хриплый, пиздец. Бывает у меня такая хуйня. Брат, не... Брат, на нелегале доставлять груз прибыльно или нет? Прибыльно, но могут тебя въебать, понял? Ты голос потерял на улице? Не, не потерял. Я не знаю, я что-то мерзну постоянно, пиздец, ебать. Ебать там финочка, да, на заправке, наверное, чина здесь вообще. Санчизос, ебать. Сегодня тоже финочка неплохая, в принципе. Пойдет, пойдет. Я надеюсь, что на обнову финка будет хорошая, прям. Бля, просто представь, какая финка на 01, ебать, в СТОшке возле Нашана. Там, наверное, вообще пиздец. Там проды, наверное, улетают вообще быстро очень. Да все, я, блядь, на тебя обижу, нахуй. Тем более ты на Мерседесе ездишь, все, ебать. Это, ну, это конечное, понял. Мужчина ездит на М5, понимаешь? Блять, аж ебался. Давай в такси. Да я же тоже думал в такси пойти покатать.
Та ёбаный рот, что у меня голос пропадает? Давай, починить надо, заправить. Да, надо и починить, и заправить. Это море. Давай, сейчас всё делаем. 90, жетон. Что сегодня, стрима не будет? А, Волканов? Чё? Стрим не будет уже сегодня? Идёт уже. А, Виталий, что тебе сейчас? Починить надо? БМВ, да, пытается. Мотивацию надо поднять. Я её купил за 10к ФТ, блять, и номера выбил. Чё за номера ты выбил? Ты кому говоришь что-то? Ничего не понял. Кому ты, Коля, пишешь? Кстати, у тебя и у Ахмада Рокфеллера единственные тачки. У нас на сервере именно с фулом зелень. У меня не фул зелень, у меня страбов нету, братан. Знаешь сколько? М5-ых фул зеленых штук 5 точно есть. Чё не топишь дом? Топишь дом? Чё Максим ушёл с Амазинга? Он ушёл в реал лайф, братишка. Будешь объявление на стриме ждать. Да я сомневаюсь, что обнова выйдет. Если выйдет видеоролик про обнову, значит обнова выйдет. А так я, ну, блядь, если ничего не выйдет, значит и обнова не выйдет. Пацаны, ебать, приложение, блядь. Великолепная. Кому нужна сумка вот эта, Louis Vuitton, на 7 слотов? За 5 лямов отдам прямо сейчас. На 7 слотов, Louis Vuitton, сумочка. 5 миллиончиков, ебать. Так вот ты берешь, Серёдка, у тебя денег нету, ебать. Давай меньше. А кого меньше? Меньше-то мало. 3 заберу. Да иди ты в жопу за 3. Перекупы, блядь. Забери основу. Ты точно купишь, чтобы я сейчас зря не ехал? Кто сейчас самый сильный у вас в Фоме, а раньше Максим был? Не знаю, у нас, блядь, по Фоме не играют. У нас от силы играет человек 5 сейчас. Только 4-8 есть. Ты сейчас допиздишься, я смогу посмотреть, сколько у тебя денег, ебать. Ну давай, релогайся. Я сейчас заберу. Копять. Ну, блядь, этот Сироткин первый захотел. Да вы, блядь, торгаши нахуй. А я вообще на 30 лотов купил за 60 лямов, нахуй. Пиздец. Ну, если Сироткин откажется, то продам кому-то из вас. Эти два. Сапфиры и пидорасы обоссанные. Раньше были Токио, блядь, а теперь сапфиры, все. Я переключился на другую Фому. Теперь не Токио сосать, а сапфиры сосать. Перекуп. Сейчас Миша продам, Миша тебе продаст, ебать. За 5,2 тиса 200 тысяч заработал, ебать. И заебись. 21 особи. Хорошо. Блять. Заебись. Блять, давай на пузе так и напишем, да. Чё? Сапфиры пидорас? Сапфиры сосать. А, ну бля, за это могут пиздюлей дать. Можно написать просто сапфиры глык-глык. Я думаю, они поймут.
Может, ты релогнишься, сука, ты заебал? Я даже не ебу его особо, нахуй. Если честно. 124 буса его сейчас владеет. Бля, я забыл его ник, короче. Мон какой-то там, что там, короче. Не помню я. Ой, килсы вообще бизнес остались. Две СТОшки. Два тюнинг-центра. Аптека. 24/7 рублевка. И все. Только 6 бизнесов, пиздец. Было больше. Спидермен, нахуй. Может стать вторая аптека. Чтоб купить вторую аптеку, надо продать первую, понимаешь? Не, ну если Darkness, ебать, купит аптеку, к нам Фомо пойдет, то будет две аптеки. Darkness, блядь, думает, что он губу раскатал, ебать. Там же Трушкин вроде хотел аптеку забрать, не? А, которая на Рублевке? Ну, где-то от 4 миллионов он несет. Да иди нахуй, я их постоянно мусорник выкидываю, блядь. Нахуй мне эти маски, блядь. Привет, друг, не знаешь ли, будет мой аккаунт полностью дублирован на все 100% за покупку виртов. Но если первый раз, то может быть и нет. Ведь плитку к сапфирам на особу. Нахуя? Мне что делать нехуй? Я ж от них не фанатею, так как они фанатеют от меня, понимаешь? И как бы они сами до меня доебались. Это не то, что я до них доебался. Я никогда первый никого не трогаю. Они сами до меня доебались. Вот такой пусть к ним отношение как бы и будет. Хуёвое. Посёк лох. Опа, ебать. Он по-любому обосрался. Думал, сейчас как я въебу его нахуй. Ежедневку делать, ебать. Ты, конечно, смешной. Ебать, мне кажется, на этом рынке, ебать, никто вообще не этот. Ну, короче, вы поняли. Никто сюда вообще не приезжает. Блять, нахуй ты мне эту маску дал, ебать. Ебать. Не, ну ладно, тут стиль присутствует, брат, присутствует стиль. Владик съебался на. Владик вообще в игре или нет? Он так сидит чисто. Охуел. Я думал, ты просто сидишь. Че? Я думал, ты отошел, типа просто сидишь. Сейчас отойду, пойду пельмени съешь. Да в курсе, когда с нами ездишь, можно в офсин попасть его. Я все прошел, блин, Серафеле. Блять, что со мной тогда катался и пельмени делал? Что сейчас, бля, пельмени делают? Да, а что мне еще делать-то? Хавать. Пельменный ебатип, нахуй, блядь, заебал. Да ну нахуй, у меня газа нет. Газ закончился. В каморке у тебя газ закончился. Плачь, ебанить.
Кто пришел гавкать, не понял. Что за картофельный пес ебало сотрел? Пес. Все, ладно, я пошел. У сука. На нахуй. Я хотел проскочить нахуй, ебаный рот. Не повезло, не фартануло, бля. Ебать, ты дешево мне продал. Не, братан, это не дешево, это как раз нормально. Тем более для тебя не жалко, ты мне помогаешь. Не, ее можно было бы за 10 лямов, наверное, пихануть. Потому что все-таки Louis Vuitton, это тебе не хуй собачий, понял, типа, ну. Фирма все-таки, ебать, это тебе не, блядь, Jordan Money, понял, хуя не понял. Ну, похуй, у меня есть рюкзак просто на 300 сотов, поэтому как-то, ну. Я его все себе купил, ебать, эту залупку, нахуй. Типа, да, блядь, он, конечно, выглядит как кусок дерьма, понял, как мочалка, чисто жопу помыл, и вот это осталось, понял. Но зато смотри, сколько солтов работает. Это вообще шикарно, я считаю. Кирилл, обнова сегодня, да? Да. Ладно. Ой, блядь, спалился, ебаный рот. Да я ебу, блядь, я не знаю. Там Полина Алексеевна, там, подергай, она знает. Сейчас я ей скажу, она тебя потом так подергает, что ты охуеешь. Да там есть кому дёргаться. А чё не так с ним? Он Фоме фигню делает, типа, или чё? А, картошка? Да не, это свои приколы, понял, чисто, ну. Картошка, а он особенный тип, ебать. Реловнусь. Давай. Его форбе закрыли, ты сиди, блядь. Хорошо. Отвернулся и ушел. Опа, Филимонка спалился, ебать. А вот ты и попался, блин. А вот ты и попался. Слушай, похоже, показывай финку быстро, ебать. Давай честно. Картошка, потому что он овощ ебаный. По-любому тут из-за этого. Не, картошка, потому что он своеобразный человек. Сука. Так, подожди, где ты там? Я даже не помню, как его зовут, если честно. Ну передавай Кирилл, один помой. Ибо я даже не знал. Какой у тебя? 90. Что-то слабенькое. Да блять, эти три дня я закупку 90 въебал. Ну, Фильмон, покажи финочку. Вот это уже, ебать, порядочно. Это само уже падает. 5,8. 3,7, 5. И ну, блядь, за ту сумму, которую он продает, это вообще нормально. Пока закуп стоит. А, закуп там был, понял. Ну, Коля, кстати, не знаю, какая финка. Бля, прикольно, что на кулинане даже колёсики чуть-чуть. Если это оружейка уйдёт за 600, скорее всего, уйдёт. Типа... То уйдёт, конечно. Типа, 550, говорит, типа, блядь, больше нету, говорит, мне похуй, 500. Короче, если она уйдёт за 600, то тогда уже 90%... Не, Коля прикольно, мне нравится. Во весь ещё. 90% филимоновскую эту заберу. Бля, где ты собрался? Сколько? 3 миллиарда с чем-то? Или сколько он продает, не помню. Да, 3 миллиарда, по-моему. А где ты 3 миллиарда собрался брать? У меня есть, заебал. Миллиард, честно. Куда нахуй? Миллиард 100 лежит. Ну, места бизнес. Надо. И чё ещё? Долги, нахуй. Долгах там по минимуму долговый. Безалк, лярд был, друг даст. Сейчас такая же стоит, бля, с 400 топами. С неё только 500-550 будет. Ну, посмотрим, как ты купишь. Оружейка показывал, уходит, Кирилл. У меня уже около 2 миллиардов будет. Ну, первый бизнес это оружейка была, вторая это аптека была Батырева.
А, нормально. Которая по полям ездит, какая? Баги типа? Откуда у тебя баги, блядь? Так у меня есть, блядь, куда мне еще одну? Продай ее, типа, ну. Бля, вообще, по идее, жалко за 600 отдавать, потому что типы нахуй СВД по КД покупают вообще. Ну я же, если ей заниматься, там финка нормальная, но Чиназа ей нихуя не занимался вообще. Ебать, он типок пишет, короче, в ВК такой. Сделаешь типа скидку, я такой, да, с работы приду, если дождешься, сделаю. До 6, можешь за 2 ляма купить, короче, рецепт. Вот, он говорит, ладно, дождусь. Я такой прихожу, пишу ему. Он говорит, через полчаса приду, я ставлю процент, короче, минус 15, ну, скидку максимальную. Ну, отошел от компа, подхожу. Он, короче, уже 1,5 финка. Я такой думаю, ну купил, ставлю назад 0, короче. И он мне ВК пишет, бля, у меня нет, короче, и я типа сейчас не смогу зайти. Я такой, ты не покупал? Он такой, нет. Я такой, бля, я думал, ты купил. И потом он залетает, еще покупает и 2,5 нахуй уже. Нормально. Так когда броники по 15 тысяч были? Сейчас по 15 стоят. Ну да. На максимальные 12500 стоят. Ты на максималку ставил, что-то как-то быстро, блядь, улетают эти. Бля, где типа там разводчик, жалко, ебать, знаешь, который говорил, правда будет возить? Неохота. А вот эти три дня было до сегодняшнего. Это я по 90 закупил, ебал. Бля, что? Типа катали. Никто не помнит, ник... 15 тысяч не хватало. А, я сейчас гляну как раз. Я 15 завез, и 15 типы закатили. Ну, просто туда возить, это, конечно, смерть. Не, там близко, 2 минуты рейс. Загорели же, хуйня там. Загорели, ставлю, близко, да. Что-то не особо близко. Я не знаю, типа... Я возил, 2-3 минуты занимает. Одна ходка. Оп, новый еще где там дорогу поменяют как-то, блядь. Там вообще что-то, блядь, понастроят, пиздец. Знаешь, куда правда возить хуёво? Это в Ржевскую АЗС-ку. Это самое говно, блядь. Какую? В Ржевскую АЗС-ку. В смысле, это наоборот имба. Почему? Ну там, где загрузка дальнобойщика, там можно топливо брать, алё. Ебать, я не знал. Ну это в обнове сделали. Когда Ржев забавили, туда добавили эту хуйню. Нихуя себе. Вообще тогда. Так что ему там возить вообще понты, типа, ну. Ну тогда юшка. Сосет. Ну, с Ржевска тоже можно юшку возить, по факту. Да не, АЗС-ка, бля, это ебля, честно. Костя. Блять, Костя. Да ебаная ты залупа, ебаная нахуй. Костя. Фу, тихо. Костя. Блять, посмотрите, он в сети или нет, я сейчас клавиатуру разъебу нахуй. Я не знаю, почему она сама нажимает. Пидораска, блять. АЗС-ка это ебля, конечно, но если только... Тут финка очень хорошая в этой АЗС-ке. Тут склад 50 тысяч. Тут, блядь, только 35 тысяч продов уходит. Ой, 35 тысяч, да, продов уходит. В день. Финка по 5 лямов. Ну смотри, такая 10 тысяч топлива хватает на... Ну почти на 2 дня. Ну тут типа скилл, понял, 30-й, так что он ему там по 4 тысячи, по-моему, возит или по 5. А, нихуя себе. Это и есть Валера? Который? Не-не-не, это другой тип, по-моему, с 0-3-го. По-моему, с 0-3-го. Бля, такая ебанина, качай. Валера на 0-1-м, он не будет переводиться. Ты держал таксопарк Яндекс.Такси, да. Передай Кирюхе привет от Ромы Мэллисона. От Ромы Мэллисона тебе привет. Выпали номера РОО, норм или нет? Нормально. Все Ольги бы выпали, вообще было бы. Рома Мэллисон. Вчера на фильме, блядь. Здорово, Рома. А что это у нас за ютубер катается? Так, вроде ничего им больше не надо продавать.
третьего чипа нет. Или есть. На. И меня повело. О-о-о. Давай я потом возьму каждую твою тачку за 5 миллионов и буду тебе бабки. А ты что, фиолетовый статик снял и зеленый одел? Ой, ты бы знал, как я это делал. Нельзя на... Короче, такая хуйня, то что нельзя на статику на статику поставить. Я ставил радугу, а потом уже ставил статику. А че её... Нельзя вот ствол убрать разве? Не, нельзя. Ее нельзя никаким Пиздец. Образом брать, надо только сверху другой не оставить. Я купил за 20 миллионов радугу. За 20 лямов? Ну, да. Ебать, я ж по 12 продаю. Я да? знаю, нельзя покупать ниже рынка. Вот, допустим, стоит там ниже 20 миллионов нельзя выставлять на рынке. Если ты продаешь, допустим, за 20 тебя покупают, и ты возвращаешь ему деньги, это махинация. За это могут даже бан дать. Пиздец. Бля, раньше спокойно продавали. Ну, раньше, да, сейчас запрещено это правило ввели. Это понял они, типа, за то, что радугу так занизили, они, типа, решили так цену восстановить. Враговича. Бля, если честно, мне кажется, фиолетовый пизжи был. В синий был, а не фиолетовый. Может быть, у меня... Тайм-цикл такой ебанутый сейчас стоит. На стриме посмотри, на стриме вообще имба. Мяу. Блядь, с графой все имба. Ну, хратик 20 лямов тоже стоит, блядь. Статика самая дорогая стала. А чё, подожди, а ну хотя, блядь. Бля, а чё это? Ебать. Вы знаете, где дохуя 2.7? Это если в Южном, это блядь. Вот в Южном надо их убрать. Это мне пришлось. Вот я бы, знаете, убрал бы... Хорошо, что я не стал. Оставил бы Тавриду, оставил бы, получается, вот это возле Больки, вот эту возле Старков я бы убрал нахуй, вот эту возле Спермобанка я бы тоже нахуй убрал, и вот эту тоже убрал бы. Оставил бы просто въезда возле больницы и на Тавриде, то есть я бы три штуки оставил 24 на 7, потому что в Южном раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6, 2, 4 на 7, это очень много. Допустим, берем Арзамас, да? Раз, два, три, четыре, четыре. Арзамас, сука, сам по себе больше, но там 2, 4 на 7 меньше. Берем Батырева. Раз, два, три, четыре. В Батырева тоже 4. Даже, блядь, в Батырева 4. Хотя по факту, ну, в Батырева можно сделать... Сколько, ну? Ну, это пусть, ладно, это пусть будет. Ну, короче, как ладу убрать, либо карьеру убрать надо по-любому, типа. Ну, типа, дохуя тоже, мне кажется. Ну, и, в принципе, все. Ну, вьюшки прям дохуя. Бусаева пусть будет, там не надо трогать. Ну, вьюшки надо по-любому убрать. 3, 2, 4, 7 надо убрать. Типа, 6, 2, 4, 7, это очень дохуя. На Южный. Южный сам по себе меньше, чем Арзамас. Хотя в Арзамасе 4, 2, 4 на 7. А в Южном почему-то 6. А, ну плюс еще, ну, Рублевка, то само собой ее трогать не надо. Потому что, блядь, в Гарель ездить за ремками такое себе будет, типа, занятие. Сколько всего получается 2, 4 на 7? Давайте посчитаем. 6 в Южном, 7, 8, 12, 16. 17. В общем, 17, 24 на 7. Мне кажется, ну как-то, блин. Как-то много. 17, 24 на 7. Хотя, я помню, раньше их было штук, наверное, 40. Реально. Не, ну, бля, паркуется он охуенно. Жирный хуесос. Всё. Как у тебя дела, жирный хуесос? Бля, чел. Ты решил поуёбываться, типа, или чё? Да нет, просто... Да не, просто можешь хуй пососать, если просто. Не, просто ты сейчас сляжешь же. Это... Ого, как страшно. Да, это такой базар, где он.
Блять, ты меня лоскать начал, и у меня еще гнилой базар. Убери свою каламагу ебаную, чтобы я сел. Нет. Тебя весь сервер оскорбляет, ты о чем? Да, окей, весь сервер ебать, пусть так будет. Ты еще не хорошо отдохнул? Поехали, пиздуй. Нормально отдохнул, ебать. Обратно меня заблатили, брат, обратно заблатили меня. Куда ты свою пукалку достал? Ты сейчас сляжешь, нахуй. Да ладно, давай, вот она. Сверни немного. Летим. Чё, Гриш? Опа. Какой Даркенс? Я Кирюша Даркенс, ты чё, ник не видишь? Я не Мирон, да. Вообще мало, чтобы у пары челов были все бабки сервера. Не, ну вьюшки типа дохуя. Ну ладно, окей. Хорошо, Федя, бля, смотри. Бля, этого типа нет, не знаю, кто это. Ну типа... Вот этот бизнес вообще бесполезный получается. Вот этот, там никто не закупается. Когда он был на рынке, там хотя бы кто-то закупался. Но сейчас, ну, на юшку никто не ездит. В основном ездят, получается, на этот. Бездарный там сзади, блядь. Как он называется? Бля, и патронов нихуя нет. На центральный рынок ездят, типа, ну. Бляха-муха, тихо-тихо. У тебя какой бизнес? У меня? Ну, блин. У меня СТОшка. Вот это мой бизнес. СТОшки трогать не надо, пожалуйста. С СТОшками все в порядке. Ну, СТОшек сколько? 4, по-моему? Можно в оружейке, в принципе, финку поднять. Раз, два, три, слишком много материалов выходит. Нормальная финка, не надо ничего там фиксить. За сегодня 9 миллионов. На первом лямов, наверное, 20 финка. Лёсик, сейчас допиздишься, блядь. Не надо его отсюда никуда трогать. Я за него 5 миллиардов отдал. У меня звук пропал. Так, угонки через 15 минут, да? Ну что, едем? Не, ну у меня тоже был 2/7, типа. Самый первый бизнес. Перекресток. В Арзамасе. Потом СТОшка. Короче, этот Магнум. Арзамаса. Поменял на сток-катер с 20 лямов доплатой. Нормально? Кирилл, у тебя есть патроны? Тебе 20 лямов доплатили? Да, еще и катер стоковый. Нормально, конечно. Че ну, ты говоришь, если... Владик? Особо? Патрон. Есть, конечно. Да иди с вами возьми просто и все. Или у тебя випки нет? Там можно в ружейке купить, в Ижевске, по дешку. Да, ему надо патроны. На твинг. Ну, перезаходи. Иди возьми там со склада ПСО там и так далее. Там создано есть. По дороге нахуй бы вылетались. Да этот на твинг пошел. Подъеду, хорошо подъедь. Где разводчик, который уже будет не прода возить постоянно? Я узнал, та заправка типа из Рокфеллеров, он ее продает за 6... миллиардов, финка 6-7 кака в день. Какая именно заправка? Это я не понял. Которая в Арзамасе? Так мы эту заправку продали, мы ее продали за сколько, я не помню.
2 миллиарда, по-моему, что-то такое. Там финка хорошая, но, бля, там надо просто на прода возить. Нет, а что? А не 1,8, не? Заезжай. Ты, бля, Владос, можешь не пиздеть? Я специально сказал другую цену, блядь, а он, блядь, ну ты, блядь, Валера, нахуй. Ай, блядь, тебя в разведку брать нельзя, Владос, нельзя ни в коем случае. Боже, вот в чем заключается логика? Зашел ко мне Сапфир... И пишут, что сапфиры ждут меня у них на особе. Гениально просто, блядь. Я тебе похлопаю, брат. Красавчик. Ты понял. Ты уже чем-то другим, брат, занимаешься. Это я похлопал. Поехали к сапфирам, хуй. Поехали, чё? Сейчас этого заберём. Бля, особо вот откалено на его нахуй. Ебать, я пёрнул. Бусай его купят. Долбоёб. А где те двое? Кто хочет отпиздить самфиров, приезжайте вот откалено. Ладно, осуждаю. Да, погодите, дайте я хотя бы припудрю носик, ебать. Броника. О-а-а-а. Оптимус Прай, о-а-а-а. Бля, если чё, пустой, как бы. А ты на мозг. Если вы стреляться идете, то я... Я могу там послужить мишенью, как бы, в принципе. Я могу закрыть, ну, как всегда, короче, понял. Своим телом. В смысле, бля, как всегда, нахуй. Просто патрона нету. О, броники, за брониками едем, пацаны. У нас все есть с собой. Там я тебе так сегодня броники покупал. Запас будет. Тебе ЕНБ, шо ли? Ну, шо ли, да. Я с лаунчера, конечно, у меня ЕНБ. Бери F3. Я знаю. Девять, девять, два, два. Где у Ласкиса особо возле ФСБ? Я просто не шарю. А как я заберу нас место, братан, нема? Бусаю. У нас машина полная. Две коллеги и одна мишень. И шаг не подведет, как КамАЗ прет. Долбоёб ты, блин. В багажнике место есть. Бля, сделали бы как-то опять, чтобы можно было типа багажник типа закинуть. Ну, чтобы он там типа мог лежать. Особо блять, что у тебя с микрофоном? Йо! Сколько там человек, как ты думаешь? Один. Ноль нахуй. На середине кого нет. В натуре целая толпа, ебать. Это был пранк, тебя наебали, короче.
Ну, может, нихуя этот не... замок не стоит на особе. О, ебать, накопили на пропуск, ладно. Я пошел в общую. БМВ М5 в 90. 8 миллионов. Что такое? Бать вы, сука, свинтусы, бля. Нету, нету. Поехали в Рыжацкую оружейку, хотя для приличия дробовик возьму. Ведь сделаю, что тоже вооружен там. Сука, балерина, блядь. Я звезда меня. Ой, балета. Если так ездил, меня бы за читы уже откинули. Ну, блядь, потому что я так ездить умею. Все об этом знают. А что там умеешь, блядь? В сиротке она хотя бы когда-то машина была на УДИ системе, мне интересно. На чем ты раздавал, ебать? На этом, блять, на X5? Все, погнал. Как ты это делаешь? Ловкость рук, никаких, ебать, махинаций, брат. Че у тебя было? Жига? О, блядь, все, выходи с машины. Понятно. Выглядит, может, и нормально, но едет как... Ну, она типа, блин, она хрупкая сильно. И не дрифтит. А это и прямо едет, и боком. Короче, как в реальной жизни. Не, ну хотя ладно, ешка в реальной жизни дрифтит. Эту дорогу знаешь, типа, Ржевск, как ехать с юшки и локальной? Я знаю, что я только что въебался, вот это я знаю. Вот это, по этой дороге там 2 минуты вообще, от Ашика до Ржевска. Ну, по другой дороге я знаю, мне просто на заправку надо было. Это типа правда, короче, что вот недалеко возить материалы. Привет, Версети, еще раз. Ребятки, прожимайте Лукасы по-братски. Бля, интересно, будет сегодня обнова реально или нет? Просто, чтобы я перед сном знал, как бы, ну, просыпаться мне в 5 утра или нет. Где там сафиры? Да нигде, блядь. Сейчас эти гонки будут, поэтому быстренько сейчас берем оружие, и я бегу ловить контрактик. Ебай, представляешь, что на 01-м творится? Наверное, вообще пизда, скилл качать, угонщика, это вообще пиздец. Очень сложно, наверное. Там, наверное, человек по 100 стоит, блядь, ловит, нахуй. Ааа, погнали финку крутить! Так вот, ебать, сейчас как накручу нахуй, ебать. Как накручу нахуй финку, ебать. Нахуй я эту хуйню купил, если я с неё хуй попаду все равно. Я в маске или не? Да.
Так куда там и так, там и так почти максимально резко. Что там этот тип затюнился, не? Теперь помнишь, он там тюнил, ебать. Говорит, машину за ФТшить, бля, в итоге нихуя. Да, привет, Кирюхе Даркнесс. Ей клуб тебе привет передает. Ой, гейм-клуб, извиняюсь. Ладно, я пошутил. Бля, давай быстрее, там 2 минуты осталось. Бля, у меня уже машина дымится. И позже дрифт добавили. Где этот, ебать? Муфик, нахуй. Где-то он тут, короче, упал. Едь юшку, где дальнобойщики берут грузы, тебя там ждут сапфиры. Блядь, иди нахуй, ебать, забаньте кто-то его, блядь. Он с этими сапфирами уже заебал, блядь. Иди лежи им яйца. Исполнено. Хорошая работа. Люблю таких. Ебать, ты ебанутый. Давай потом, братуха, 1 минута осталась, я не успею ее словить. Подожди 1 минуту, я сейчас контракт словлю и вернусь. Потому что, ну это пиздец. Кирилл, что за бомба? М5 в 90. Она не опускает его. Сука, у меня долг 100 лямов, блядь. Нахуй мне сейчас кататься, блядь. Хотя брось кататься. Читать, читай, блядь. Вы маски одеть не хотите? Никита, Степан, блядь. А, хайдет нахуй. Похуй. Рисковый, типа. Раз, два, три, жопу подотри. Купить на раз. Блять, восьмерка, ну ебаный рот. Я хотел, блять, что-то блатное, нахуй. Заслужил. Да, блядь, то, что словил, блядь. Скорее всего, просто, ну, скилла маленького взял заказ, ну. А хули там, блядь, народу, пиздец там, блядь. Не успеешь, как бы, разобрать именно. Берешь то, что есть, блядь. Вот будет у меня большой скилл, тогда можно будет выбрать что-то. Блядь, а бомбу надо покупать от мышки, да? У меня одна отмычка только есть, а багажник есть отмычки? Немного. Ба, отмычек тоже нет. Он специально, понял, с игры выходит, чисто броники, понял, крутит финку нахуй. Блять, да я голосовой хотел сказать, мне крашнуло нахуй. Я со сборки, мне краш со сборки. Да с лаунчера играть, брат. Да с лаунчера на хуйня стрельба. Сори. Это он виноват, наверное. Пух. Да, это... Бля, бать, мост охуенный будет в обнове, сука. Буду влетать на нем на 300 км в час. Че ты пиздишь? Да ты пиздишь, ебать. Какая-то машину себе купишь, нахуй. Скорая, Кирилл. Че ты мне номера не сделал, мины, пидорасы? А зачем этого блокнули? Гейм-клуба. Не знаю. Блядь, так это не гейм-клуб, он сам удалил сообщение. А че так можно? Ну да. Нихуя. Типа можно свое сообщение удалить. И даже отметить никого не могу.
Там газон 3D чипы до 78 продает. Короче, всем предлагаю. Не, газоны сейчас, блядь, покупать, продавать такая ебля, пиздец. Не, ну покупать может и выгодно. Но продавать это ебля страшно. Я свой еле продал. Там, конечно, было 50 владельцев, типа, ну, у нас же все любят погонять на владельцев. Писюнчика, ебать. Я его еле за 75 продал, хотя покупал за 90. Оранж Свав Т Аудио Нит Радуга, сколько стоит? Да, брат, не бери машину Радуги, мой тебе совет. Ну. Если возьмешь, то не включай ее просто. А? 12-го нахуй. Слушай, Кирилл, что лучше? Делать один обмен с профитом лям. 6 вход, 7 выход. Либо делать 2 обмена по 3, 5 вход, 4 выход. Ты меня можешь просто по блату принять, чтобы я попутал. Ну, мне кажется, лучше 2 обмена делать, потому что, ну... Кажется, здесь только не наберется. Я тоже думаю, что может скидываться. Не лучше там за пару дней, понял, типа там в слободку кидать в беседу. Это понятно. Ну, типа там в один день типа обмен, потом, допустим, на следующий день тоже обмен. Просто предупредите и все. У нас когда было ТК, мы знаешь, как это студентов? Или типа смотри, ты можешь, смотри, один обмен типа сделать. И потом этих же людей попросить, чтобы они зашли еще раз и типа еще один обмен сделать. Так, мне кажется, это пиздец. Ну это да, Unreal типа. Ну знаешь, короче, лучше два дня, понял. И то попрали спокойно. Mm-hmm. Просто кто там нападал, мы... Блять, ебаный пинг. Не, коллизия или что там на это влияет? Обмен наград. Ты там тоже... Боже мой, все ТК нахуй деймили, когда я открыл. Так, а нехуй, блядь, открывать, блядь. А чё, блядь, нахуй, хочу. А чё, блядь, нахуй? И чё, блядь? По моим стопам пошёл? Кирюша Даркнесс, а не какой-то там хуй с горы. Лучше хуй с горы, чем Кирюха Даркнесс. Короче, там 377 топов, я этому долго ебу говорю. Давай мы вот эти вот, вот у меня 2 дня выходные, у него 2 дня выходные. Я говорю, давай сделаем один обмен, а потом, когда 400 будет, 200 ещё будет, ещё один сделаем. Он такой, типа, не, в один день два дня сделаем, такой, окей, нахуй. Что? Да едь, ёбаный рот. Смотри, второй раз в ВК не попади, а то Полина в ЧС кинет. А если я еще раз попаду, я ее просить не буду. Мне уже стыдно будет. Не, ну тогда реально, блядь, несправедливо получилось. Тем более там, типа, сами сказали, что они стрим-снайперили, типа, они признались. Нет. Когда уже правила ведут за стрим-снайп? Хотя бы на 7 дней бы банили, блядь. Охуенно было бы. Люди потом бы, блядь, головой бы думали, а не головкой, понимаете? А так нету правила, ну, типа, нету наказания за стрим-снайп, типа, и, ну... И как бы... Типа, им похуй просто, и все. Ну, получится необычное наказание, и все. Полина в игре, бля, я честно не помню, какой у нее ник. Полина Алексеева, по-моему. Полина Алексеева, бля, чё не помнишь? Ну я не такой фанат ее, как Картошка, понимаешь? У нас с ней чисто деловые отношения, а у Картошки там любовь. Картошка влюбился. Бля, что это за хуйня на радуге была? Я послышал, что там про Полину говорили. О, все, проснулся сразу. Песик, песик, песик. Эрион, он, блядь, по Полине, ебать, сохнет, пиздец. Твою спорку ебал. Ты вроде в игре, не? Не знаю, я с лаунчера играю, типа, мне нормально. С лаунчера играешь, ебать, и все, заебись. Не крашит, ебать, все, все, все прекрасно. Давай, дерябач. Ну, а на первом менеджере есть, как бы, в целом.
Она занимается всеми ютуберами. Обратно звук уре пропал, пиздец. Не согласен со сборки, типа, поприятнее стреляться, но я не буду качать сборку. Принципиально чисто, понял. Вон она стоит. Маленько нахуй. Дайте мне спар. Поебал у тебя дать? Шо ты, рыбка моя? Снимай трусики, нахуй. Сейчас менты из угла, опа. Такие, не, это ты снимай трусики. Хотя бы бензин есть уже хорошо. А почему стробоскопов нету? Не насосал еще. Она же у тебя фул зелень была. Это другая М5, алло. Где та? Максим гострил. Я ее в качестве долга ему отдал, он на газон фул зеленый гострил. И М5. Хули вот эти, блядь, пиндосы, их не понять, понял, ну. Месть, да, обычно. Где бомба, нахуй? Иди сюда, сука. В Ржейку в Арзамасе. Ой, в Ржевске, блядь. 500 миллионов. Жалко, у нас денег нету. Я бы такой, чтобы обратно бы ее выкупил, эту Ржейку. Но никого бабок нету вообще, по-моему. Все бомжи, нахуй. Я ебал М5 продавать, чтобы купить бизнес, типа, на фуму. Сука, зубила, да, ебенит? Вот я такую в жизни себе хочу. Восьмерочку. Это вроде длиннокрылая. Хуй тебе, блядь. Хуй тебе. Чё? Угу, я с фильм-центром сижу, вот и хуй тебе. Но обно выйдет, ебать, чуть-чуть, ебать, почувствую запах денег. Чуть-чуть. Дадут понюхать и все, блядь. Ну так, понял, как женские трусы дадут тебе понюхать и все. Сука, как в Китае, блядь. Не, как ебать в этот. Понял, типа, вонючка ебать машину, нахуй. Трусы повесила, так она нюхает. Сука, стрельни проще бешать, блядь. Эй, вы там, фетишисты, нахуй. Не, дом, номер не продам. Ты самый главный фетишист, ебать. Ты же знаешь, кому я поюхал бы там. Чё, блядь? Ты на юшку поехал? Не, к Зимнему острову. За Зимний остров там, короче. Тебя привяжут. Номер в объявы. Прикольный. Номер в объяве прикольный. А, В, ха-ха-ха. 05 регион. Ну-ка сюда нормально. Пацаны, скажу вам наперед, то, что, ну, вы мне лучше пишите в смс, а не звоните в игре. Потому что я трубки не беру. Особенно, когда у меня музыка в машине играет, все, ебать. Это побачнее сразу. Нихуя себе номер выбил. А-а-а. А шестерки разве были, не? Г-63 это типа гелик. Подожди, у меня были шестерки или не были? Или это типа кто-то выбил? Я что-то не помню. Были у меня шестерки? А, были, блядь, на гелике, нахуй. Я вспомнил.
71 почем? Мне все равно 8 лямов только есть. Не, ну если за 10 лямов отдаст, типа. Бля, помню, гелик был какой-то, помните, такой на гидравлике, на нитро и на неоне красном. Вот его бы обратно выкупить. Нормальная тема была. 12 номера давали. Только взял бы. Все деньги у меня есть. У меня, сука, ебаный рот, у меня есть только 10 кака. Но ты с его фастом съел за копейки. Я уже вспомнил. У меня же были типа шестерки, четверки были, да, я вспомнил. Ты кому? Бля, мне по факту эти номера нахуй не нужны. Я хавать хочу. Да куда? Ты хули ли там свои? Я пересяживаю. Киря, только что выбил номера с первой попытки. Нихуя себе, красавчик. Ну ты можешь их продать за лямов 20, наверное. Ну да, где-то за 20-ку продашь, потому что ЕКХ двойки, допустим, за 20, за 25 продавали. Че, ебанат за летучие мыши 60 лямов ставит. Забей, это нульсик, ебать, он всегда в два раза дороже продается. А че за хуйня? Бля, перекуп, ебать. Долбоёб, что? А чек не может, что заказы есть? Да на момент вы не можете. Ну, вряд ли там заказы, конечно, есть. Ну, попробуем. А ты на каком сироке вообще? Типа, на Нортром или на каком? Список заказов на машины. Сука. Ебать, Маврик надо спиздить. Ебать, это самый охуенный угон был бы в моей жизни, нахуй. 11 скилл. Ну ебаный в рот, блядь. Сколько мне там ничего не хватает? Короче, половина еще надо. Пиздец. Маврик было бы вообще заебись пиздить. Прям шикарно, я бы сказал. Прикинь, ебать, Маврик спиздить. Ну, типа этот. По полям поехал вообще. Хуй кто тебя словит, ебать. Кстати, может это и Сироткина был Маврик. Сейчас я машинки объеду, а вот эти две уебские. Клоуны. Осуждаю. Владик Адигамов плохой человек. Не было такого. Интересно, если мы бросим сейчас Мишаню, его повяжут или нет? Ты что, Владик, вообще, блядь, не играешь, ебать, похуй, да, стреляет, ебать. Так левый болит уже. Петух нахуй. В чем причина? Эй, куда мы едем вообще, я забыл. Куда-то мы ехали вроде, не? Ну, погнали на рынок съездим, посмотрим, что там в продаже есть. Может, что-то интересное есть. Может, какой-то скинец, либо... Кто его знает. Ба, шо за режим электрички нахуй включился? Иди нахуй.
ты тоже иди нахуй. На буханке не вписался его. Нахуй не типа на буханке хоть ругать. Ну ладно, там ЗЗ, в принципе, похуй. Поехали на рынок, посмотрим, что там продается. Так, пацаны, я сейчас дрочить пойду. Бля, так крылья хочу, пиздец, на самом деле. Очень сильно хочу крылья. Если бы за сотку мог вот так крылья купить, ебать. Я бы прям был бы очень счастлив. Мы проехали по вороте времени. Ой, сори. Блять, что-то мне продано, никто так и не возит, ебать. 85 поставлю. Аля, цена! Где написано? Короче, за 30 прям сейчас заберу. Не знаю, кому звоню. Заебал, во что? Сложай. Видишь, нужны были бы они мне тут. Алло, привет, Карбак, смотри, у меня какой-то вопрос. Во сколько? Нет, я не попробую. Ладно, бог он. Пока. Так, полетели, ебать. Будем шуршать этот рынок, ебать. Может, что-то интересное продается. Эх, раньше крылья за 35 не могли продать. Ну, это да. Сейчас они стоят, я ебу сколько. Ебать, обычная сумка с 7,5 миллионов. Он что там, уебался головой? Панамка. Она на мое ебало налезет? Да ебать вообще, ну блять, как в ней родился нахуй. Только она черная, а не серая, ебать. А тут есть, кстати, черная панамка. Хуёвый скин. Ну блять, денег некуда девать, да? Это стиль, брат. Что с ценами, блядь, какие летучие мыши за 60 лямов, нахуй? Ну а ты что думал, ебать? Время идет, цены повышаются, нахуй. Кину в зиму. Вот этот скин, кстати, BMW, ебать. Ну, конечно, такой, ебать. Ну, бля, я, конечно, BMW дрочер, но не настолько, поняли? Чтоб скин такой покупать. Я просто его носить не буду, я это знаю прекрасно. Хуйня, хуйня, если бы я знал то, что так было бы, хуйня, я бы на 170 лямов закупил хуйня бы, блядь, этих ебучих летучих мышей. Так оно всегда так, братанчик, ебать. Бриллианты, аптечки большие. Ну, все заберу нахуй. Ай, будут, ебать. Это такое дело, что может пригодиться. Шапочка, хуяточка, катаночка, мулаточка. Подожди, у меня еще есть. Тебе еще нужны аптечки? Ну да, давай, выставляй. Пойдем, продам. Да, машину положу. А что так мало можно аптечек покупать? Где вот тут лапка, я больше не ебу. Иди сюда.
что я так захотел. Выставляй. 4 штуки у меня так влезет. А разделить надо. Жалко нельзя дохуя положить. Алло! Чё? Санчизис? Аптечка. Ой, он полбу не дал. Алло! Чё ты? Здорово. Привет. Как дела? Нормально, потихоньку. Давай в дискордик зайди, помурчи мне. Чё, спасибо. Так. Хуйня. 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 Ну, значит, вы похожи на фоторобот. Подожди, продам одежду тыквы кавказской мафии. Кому нужны кукурузы? Какой скин кавказской мафии? Покажи. Вы не обязаны этого знать, это личная информация. Информация. Чё ты гребёшь меня просто так, Так, здравствуйте, гражданин в смокинге. Вот тоже похож на ребёнка? Кукурузу. Нет, это уже режим ПТО. Кукурузу продаю. Кукурузу. Так, здравствуйте. Так, в чём тыква? Полиции, первороты, ГИБДД, ДПС Панежровской области. Нихуя себе. Нету из кавказской такой бородатой, типа, в чёрном костюме. Требуется или нет? Ну ничего не требуется, депутат. Ну ладно. Мое удостоверение вам требуется, я говорю? Королева, блядь. Мусора у меня, блядь, полный арсенал оружия, нахуй. За порядком в городе. Паранджа. Так, я повторяю, мое удостоверение... Упавик. Ай, будет ебать. Дубровский. Мусора, бля, пидорас, связали меня с ганджубасом. Да? Это не анимированный. Был бы анимирован, я все равно его не купил бы. А нихуя вообще нету, ебаный рот. Ни скинов, ничего. О, мыши за 55. Бля, может мышей взять, блядь? Может они потом подорожают еще сильнее, нахуй. Может реально мышей взять? Рамки ебаные. 55 мыша. Кирилл, открой машину быстро. Ебаю, что тебе с Илой мысли открываю, чё? Быстрее. У меня трубы горят. Что, ты какую-то хуйню покупаешь? Ну, открыл. Бля, вдруг мыши добавят на этот, на ивент, блядь. А мне кажется, не будут они повторяться. Домой. Коля, ты как ты думаешь, брать мышей? Может, они подорожают потом еще сильнее? Через время. Как крылья, блядь, подорожают, кажется, нахуй, они пиздец. Дешевле станут. Ты где, за сколько? Я в туалете, нахуй. Нахуй надо. Думаешь, не надо? Бля, просто вдруг они потом по стрелямов будут продаваться, ну ебаный в рот. А потом я буду говорить, ой, я долбоёб, блядь, лучше бы я купил, нахуй. А так и сам побегу и перепродам, может, потом. Лучше добавить могут. Блять. Да ну блять, что может быть лучше, чем мыши, нахуй.
Я не знаю, бать, такого. Забей хуй. Я потом не буду жалеть, понимаешь? Ты сказал, забей хуй. Я потом, блядь, вспомню тебя, скажу, что ты пидор, понял? Вот так вот. Кин с маской за маньяка, когда играл. Ну, бля, его не было, кстати, на этом. Кстати, может его в этот раз добавят, типа, на этот, на ивент. Ну, возможно, типа, реально его добавят. Мыша? Пошли. 55 за мыша. Может, они реально потом подорожают? Где-то тут они были, эти мыши. Мыша. Тут, по-моему. Вот, 55, типа, за мышей. Ну, типа, бля. Я хуй знает, это что за скин? Керман. Она такая-то Юля, ебать. Думаешь, да хуя. Так там за 65 продают вообще. Там в объявах за 65 продают мышей. А тут за 55. Бля, просто, ну, я как бы себе их взял бы, понял, поносить. И потом бы, может быть, через полгодика перепродал бы их там подороже. На пару лямов, типа, на лямов 20. Блядь, как её там? Блядь, посмотри, Сироткина в сети или нет? Меня сейчас Клава выёбывает. Юлия, посмотри, в сети она или нет? Пиза 45. Жизнь ритмишей купи, ебать. Да. Давайте мышей продам. За 40. Откуда у тебя мыши, блядь, пиздобол? Вон в инвентаре лежат. Так кому ты пиздишь, нахуй? Так сейчас приеду один. Пиздобо. Ну ладно тогда. Ты в Америке научился пиздеть? Вы там 165-й. Сука, я сейчас въебу ее нахуй. Она меня заебала просто. Пять. 57 уровень, нихуя себе. Блять. Боже, ёбаная ты клавиатура, сука. Кусок ты ебаного дерьма, нахуй. Юля, мышей отдашь за 50к. У меня номера секс, нахуй. Не упадут в цене прям жестко, даже если и просядут, то продажи. Какой она тебе защику кинет? Бля, я вот просто номер, блядь, не могу посмотреть. Лаб админка я посмотрел. Она за 50 не отдаст. Там может отдаст. Я у неё вчера спрашивал, она сказала 55 вообще край. Бля, просто ну, а вдруг они реально потом будут по 100 лямов стоить, вот в чём прикол. Типа, ну я бы и поносил, и потом продал бы просто их нахуй и всё. Так, гражданин, останавливаемся, гражданин. Ага. Кого ты останавливаешь? Гражданин, останавливаемся! Да иди ты гуляй, ебать! Либо я открываю огонь на поражение. Сука. Так хуй попадешь, ебать. Иди. Блять, матов на дигл нет. А чё у меня не крутится нихуя? А, у меня оружие ещё пропало, блять. Кирюха.
Дайте игла, дайте игла. Или кто не дайте? В атаку нахуй. Там пятый, где там? Вон, гражданские лица. У меня. Вот они, люди. Let's go, motherfucker. Ну что, мы драться? А чё вы очкуете за забыть? Сейчас остановимся для проверки. Либо я вынужден применить физические... Гражданский не подчиняется. Ага, понятно. Так и ЗЗ, да, выйди. Да, да, выйди из, да, ЗЗ. Ага, понятно. А то, что вы в ЗЗ стоите, блядь. Завтра в 6 часов встаю, обновление чекну. А, блядь, про обновление бы заранее сказали, уже как бы 12 часов ночи. Бля, какие они очкошники, пиздец. Да, обновления обычно, блядь, позже выкатывают. Сейчас они подмогу еще вызовут, бля. Чё, они боятся, ебать? Чё, они боятся? Понятно, что боятся. Ну? Пусть подкрепление вызывают. Их сразу на свою головку одену. Машину закрыть. Пойду на дверь вызову. Вижу, тебе пенис, ебать, не оторвали. Кашель проходит. Да, бля, я не знаю, может, это сигарет, типа. Я уже сам не знаю, чего у меня кашель, нахуй. Может, из-за того, что сигареты разные курю постоянно. Кирилл, машина, открой! Ебать, нормальный так номера. Я сяду рядом. Просто сяду. Таща, я воду пил, заебал ты, нахуй. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Чё там, под Бога вызывайте быстрее. Боже, блядь, ну давай, ты ж такой блатной, пошли один на один выйдем, давай, один на один чисто. Ты ж такой крутой, ебать. Три машины, блядь, меня посадили, ебать, ещё уёбывается. Бля, энергетики закончились, сука. Подмога приехала. Подкрепление, подкрепление. Ебать, там подмога. Один ФСБшник и ДПСник. Вон он, бежит. Две тыки надавал уже. Они ЗЗ будут ставить аккуратно. Ой, если чё, можно за эту вышку отойти. ЗЗ стреляй, долбоёб. Да понятно, блядь, ты что думал?
ФСБшник хилится. Напишите, что они в ЗЗ стреляют. ЗЗ стоят, блять, у юбки. Админы нахуя, блять? Тут, по-моему, где-то. Еще и хил, блять, в бою. Я за наркосом побежал. Блять, я ему 2000 даю, он сразу в З уходит. Ну и мы одного положили. О, за синим зданием. Аккуратно с ПСО, чтобы вас не сшили. Да иди нахуй, блядь, я заебал, сука, капсом. Нахуй ты хуёво пример показываешь. Я тебя забаню, нахуй, модерку заберу. Ой, блядь, нахуй я это сделал. А вы где все? Я за энергосом бегал. Он так мусор забежал, ебать. Тут ФСБ у меня один. Ко мне бежит ФСБшник. Ты где? Я за красной этой вышкой. Я бегаю. По-моему, Клиз, блядь, видно все равно. Он, вижу за синей хуйней. Во, да, это он. Да он к нему побежал. А, это вы побежали. Он ЗЗ сейчас забежит. Еще мусор проехал. Все, убили. Этот в машине сидит его. Хуй ему камень. Надо бы его закуфали, я поорал бы нахуй. Ай, привет. Я санчи засесть розыск? Конечно. Ну где-то 1500 ты потратишь на розыск. И то это со скидкой, без скидки, я хуй знаю. Слышишь, и все. Это тоже не выебывать. У тебя скидка есть, типа, криминальный дипломат? Тогда, ну, дай 1500. Так скрытно, Вася, купи, ебать, и все, и звезда будет светать каждый, по идее. Ремки чекни. Ремки? Одна осталась. Сейчас на Рублевку заедем. Че, фара выключена? О. И Владик покушал? Че нас сегодня не слышно? Так я не говорю ничего. Нажал вроде микрофон. Может быть. Ну тогда их дохуя приехала. 2 часа назад, когда. Блять, машина нахуй, Фебес еще. Хули, их там было 8 человек, нахуй.
Вот теперь у меня походу вылетело, да? Да. Наконец-то вы этого дождались. У меня вылетела игра. Да, я приеду за вами. Ну, как говорится, разгод и палка стреляет, понимаете, ну. Мне интересно. И сам с того, что сейчас будет обнова. Не, я думаю, сегодня не будет обнова. Честно. Типа уже 12 часов ночи почти, и типа, ну, хотя бы какой-то видос бы выпустили. Мне кажется, что обнова выйдет завтра вечером. Больше всего. Если завтра вечером не выйдет, тогда ебать на выходных. Ну, типа. Так, особняк. Дун-д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 ун
Все берут покататься, хоть кто заправит, ебать. Мы сзади. Володя был? Не, вроде не Володя. А, понял. Слышишь, Богдан? Да. Как по-украински будет, вижу? О, благодарочка. Ебать, нахуй, ебать, я сказал, да? Сука, ты долбёв, сука, не на, блядь. Всегда это говорит. Блядь, сука, хули ты стонешь, обезьяна? Пацаны, пацаны, а будет у вас? Обратно хоть шмут, ебать, на 2 часов. Обратно ходишь шмут на 2 часа, говорю. Да. Пацаны, не будет монетки, что просто купаешь? Мало половин, мало-мало половин. Да всосёшь ты, нах. Это был тактический приём. Ебать, это чё за аппарат сзади? Деньги закончились. Надо ремки купить. Слышите, что-то уже, ну, два стримера на одну фому как-то уже много. В натуре надо Лёху кикать нахуй. Кирилл, всё, давай нахуй. Конкуренция, бля, ну его нахуй. Сейчас этот... Дома сейчас будут или нет, кто знает? Смотри, Кирюха, если я вот стримить начну, да? То все, ну, вообще, блядь. Все, мне... все твои зрители у меня будут. Ну, мне можно канал закрывать, понял? Ну, конечно, сразу. Моментально, понял, ну. Первые секунды уже стрима твоего. Так, я за наркотиками. Осуждаю. Чья четырка тут? Хуй его знает. Надо будет, короче, подумать, какие машины можно Фому купить. Ешку. Майбах, КЛС 600. Ешку, не, Мерседес вообще не выбираю, нахуй. Два X5 и 2 M5.
Ты хочешь вот этот Mercedes, блядь, Майбах большой? Ну конечно, 65 лямов все сразу будут, видишь, и бумажки. Лучше к 7, блядь. К 7 нету. А к 7 мы как купим? Ну, GLS, GLS есть за ваучеры, но он там стоит, я не помню. 65. Не, его можно за ваучеры купить. Можно кибер за ваучеры купить. Кибер будет ехать 360, нахуй. Это махина будет. Ну, на кибере можно как на роторе кататься. Ну, надо какие-то редкие аппараты. Ну, да. Ну, посмотрим, если обнова выйдет и там не будет улучшения на фому, то можно будет кибер взять. Тогда два кибера, нахуй. Так сегодня обнова. Жора, лох. Ночью. Старый, старый. Верим, верим. Да. О, это звезда порно, ебать, едет на роторе. Давайте тоже не шумите. Потому что мы тоже с оружием. Ты заебал, сука, толкаться нахуй, блядь. Лох, ебаный. Блядь. Ломался лошара. Да иди в жопу ты под читами нахуй. Ты под солями, нахуй. Валера, 3-4. А, 2-4, 2-4 будет, я не буду. Никитос, вот этот, ебаный. Ой-ой-ой-ой-ой. На мотивации чисто. Чисто 60 в воздухе, ты шо, ёбнутый? Починим? СДшника ебанул нахуй. Алло, ты че не заслушалась, приголись? СДшника ебанул. Пацани? Мне нужен ваш Никитос, вот этот, который Адигамов. Кто? Никитос Адигамов. Ну, у него номер 1115. Починить тоже надо, да, брат? Но он не с нашей Фомысич. А, да? Ну да, не с нашей. Просто фамилия такая. Ладно, понял. Братиш, чинить надо, не? Да, надо, надо. О, хорошо, а это будет там чаёчек, чтобы твоё здоровье раскумарить, качечок? Будет, будет. О, это будет хорошенько. Это далеко. Ой-ой-ой, спасибо, братиш. Раскумарить, залить косячок. Блять. Нахуй ты тормозишь? Да ебал свой, закрой меня. Не, ну я виноват, я его въебал. Я просто тут никогда не торможу. Пидор. Давай отпиздим поедем. А нахуй таксиста трогать? Я сам в таксист в душе нахуй. А чё они бакуют, нахуй? Едем на рейд, пацаны? Да. Всё, пизда, нет, нет машины у нас. Пушку занимаем. Быстро, 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 бля! Пушим, пушим. На рейд! Феррери, вам пизда! Тут никого нету, ебать. Быстрее, пацаны, ключи ищем, ебать. Охуеть. А чё сервак? Алло, интернет, ебать. Это у меня стрим тоже лёг? Стрим лёг, не? Лёг стрим или не? Обнова! У-у-у! Я пизжу нахуй. Никакой обновы не будет, всё, забудьте нахуй. Так, погодите, чё она выкинулась, блядь? Что за хуйня, ебать?
мы только на рейд, ебать, залетели, нахуй, ёбаный рот. Ну, феррили, потому что феррили, что на рейды ходят, не? Я не знаю, кто на рейды ходит. Тоже поверил. Ну, блядь, а чё, типа, у всех сервак, типа, этот, сказал до свидания, не? И не у всех. Чё у меня, ебать, сказал до свидания? У меня, да. Короче, кто с Фомой Адигамовых, у всех, ебать, лёгкомп, нахуй. Чё она, блядь, хоть выкинула, нахуй? Мачин так охуел, то, что я на вышку залез. На рейды нехуй прилетать, в натуре. Ты тоже вылетел? Меня убили, нахуй, на эти свои же. Никому верить нельзя, нахуй. Меня тоже убили. Сука, я на рыбе сидел, скуяли я, блядь, тут при чём нахуй? Ну мы рядом пролетали, брат, потому что. Чё при чём? Ничего не при чём. Бери своё говно, блядь, с особенных. Я четырка, ебать. Погнали на угонки. А сейчас будут дома интересные или не, я не помню. Едь, блядь. Сейчас. Я скорее всего. Едь, блядь. А ну покажи свою, блядь, BMW нахуй. Фу, нахуй, бля. Че, Владос опять бах? Без гидравлики, нахуй. У него такая же самая компьютер, как у меня, только без гидравлики. Я маску одел? Нет? Так у всех сервак крашнулся, алё. У меня, у Владика. У тебя тоже Владик вылетел? А, ну, блядь. Как вы друг друга, блядь, убили, нахуй? Какой сценар козаюзы? Посмотреть, типа. Там, блядь, там ничего интересного нету, кроме Мерседеса этого самого дорогого и типа Кибертрак. Чё? Блядь, а микрофон такой тихий, я нихуя не слышу, блядь. Не могу посмотреть, говорю! Посмотри. Не могу! Странно. Что, блядь, странно, у меня ранг чумазый, блядь. Ну, блядь, посмотри. Кто вообще такой ранг сделал? Чумазый? Не знаю. Мне кажется, Софа Булгарина поэтому ливнул. У меня тоже чумазый был. Она ливнула, потому что вправо, блядь, обратно позвали. Богдан лох отключился, нахуй. Меня сервак крашил. Я понял. Так, а Ешки нету? Нельзя Ешку купить. Так в автосалоне можно купить. Доналик. А, через автосалон? Блять, это на Фому, блять, в воскресенье закинули только два человека. Какие два, блять? Ты смотрел нахуй? Два, блять. Да. Ты посмотрел только в понедельник, когда уже прошло, блять, 24 часа и уже все списало, нахуй. Неправда.
Угу. Ну ладно. Следующее воскресенье я, сука, ни одного не пропущу. Ты тогда тоже так же говорил, блядь. Да идите нахуй, блядь, у меня света не было. Утром. Я тоже как рюмки, блядь, пропустил, но. Так дай мне, блядь, шестерку, дай я этим контролировать займусь, нахуй. Он выдавал, блядь, 5 ранги, все, блядь, сидишь на один там, блядь. Замов у нас нету, нахуй. Доступа у нас к этой хуйне нету, нахуй. Где этот Тони Лашпетра? Ебать, нормально. Уели. Дайте маску. Дайте маску! Опа, ебать, сюда нахуй. Там мне ключи дал, в итоге возмущается его. Еще обнова сегодня, да, выходит? Конечно, нет. Конечно, да. Но я надеюсь, сегодня ночью. Ключи не теряй больше, блин. Да, 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 ключи не теряй. Богдан, открой машину, я пытаюсь посмотреть. Я сейчас открою сам. Да хуй ты ебаный. Чей? Ультратанк, чей? Спасибо. Ультратанк чей? Ой, бля, извиняюсь. Чё, за 30 в ранг купить? Не-не. За 30 в ранг. Оставь это дело. Понял, ладно. А чё там в танке? Броня, ёпта. Броня на дуре, на колёсах. Гляну по полям хуярить. Богдан, смотри, прикол. А. Бля, обратно бычку сел, ну ёбаный в рот. Это легко вообще, тупо никак. Да, ему машину заебал. Одна в воде. В воде. Пошлите в общин, судимости включают. Тупо нам стреляют нахуй. Бля. Заебись. Ты зачем по нам стреляешь? Да это не он, там другой тип. Я а чё у тебя в танке? Понял, жалко. Они стреляли. У тебя типы? Бля. Поехали им пизды дадим. Бля, шпана. А, это эти, блядь. Я кого-то подберу с ними. Да, блядь, Кан, тэпни машину, заебало, блядь. Блять, где нахуй, видишь сколько людей? На, ебать, доедешь нахуй, долбоёб. Чё стреляете? О. Блять, вы заебали, нахуй. Сядьте, блять, машину мою, чиназа заебал. Ой, вы додики, блять. Блять, было б что за шо пиздиться, ну ёбаный рот. Убирай машину. Убирай. Пол Кирилл, убирай. Ебать. Убирай, Кирилл. В натуре. В натуре. Убрал? В натуре. Кирилл, ты убрал? Кого, машину, не? Да. Да хай доедут, бля, у них машину так спиздили.
О, нам Ржевский, бать. Я уже забыл, где он находится, блин. Сзади там. Ты водку купил? Водку? Когда не брался. Сколько финка за день? А я вам водку купил. 9 миллионов. Я сказал, что мы больше не бухаем. Там проды вроде возят, заебись. Чекните Костя вот этот в сети, которая ЗС-ку держит. Какой? Ну просто напиши Костя там и длинная у него такая фамилия, длинная такая. Винограда? Не-не-не. Не, кто вы? Костя и Костян Старк. Тогда я хуй знаю, кто мне проды возит, ну ладно. Блядь, где эта каракатица стоит? Так я не понял Ладоса, когда он был, он ныл, что я на 6, а сейчас он хочет... Коля, ты сейчас вообще ничего не понял. ...шестерки стоять. Ты вообще не играешь, ты заебал, блядь, я тебе уже деньги бы хотя бы отдал, нахуй. Ну, он стоит, блядь. Кто это хоть за каракатица? Ой, бля. Охуеть, спасибо, папаша, я за руль, нахуй. За руль будет пиздиться, ебать, чакать, нахуй. Кстати, Коля, ты в Димагане. Кстати, да, Коля, ты в Димагане. Бля, чё это такое, блядь, Бугатти воровал, блядь? Давай пиздобола зашла всякие, попасть. Всякие, блядь, тачки, да, охуенные. Я не люблю, когда ты, блядь, какой-то залупа, ебать, попадается, нахуй. Ты чисто ради скилла, ебать. Хоть бы с комфортом бы доехал, блядь. На этой хуйне, ебать, без щипа еще ехать. Тебя всегда, блядь, на шестерку ставили, я ничего не говорил. Ебать, аж Бусаева ехать. Ой, Ведова, нахуй. Это пизда. Блядь, вы музыканты, сука. Мне сейчас от доски прав ебут. Я на ну, чтобы его забрали, блядь. А ну, Кирилл. Шо? Я на ну, чтобы шестерку забрали. Да я и помню, блядь. Мне похуй вообще. Забейте меня кто-то семерку, на. Хуйню не говори, Коля, реально. Не, я честно не помню, блядь. Не буду пиздеть. У меня память хуевая. Более на игру, ебать. Ну как на зеленый, на него не охуенно смотрится, бля. Бля, у меня уже и минералка закончилась, вся хуйня, ебать. Вот такую хуйню я не говорил. Я говорил поставить всех, блядь, и поставить Макса, блядь, ниже. Здорово. Ты долбоёб, блядь, или ты не помнишь этот разговор? Блядь, вы как бы переписываетесь на эту тему, пацаны, не на стриме, ебать. Нахуй кому-то знать. Ну... Что, шо, куда, зачем? Макса вниз, нас наверх, блядь, что ты там, блядь, не помнишь, нахуй? Ты, блядь, хуйню морозишь. Не опущена, а занижена. Набухался Колян, походу, его, все пиздец. Дети, блядь, полупокеры отстали от меня. Блядь. Что там, обнова, короче, я вижу, и не пахнет, если честно. Вообще не пахнет. Прям, ну, даже чуть-чуть даже не пахнет. У тебя менты поверят. Ты охуел, ебать? Я этого не говорил, блин, если шо. We are the champion.
Сука, если я не купил мышей, они потом будут по 100 лямов, я вас всех буду проклинать, нахуй. Отвечаю. Особенно Колю. Который, та забей, ебать, туда-сюда, нахуй. Рестарт будет, не будет. Так, музыка закончилась, это что? Сука, бензин закончился. И канистры нету. Ночной стрим? Ну, чуть-чуть ночной. У меня просто только 11 часов. Вот, у меня только 11 часов. Но я уже спать хочу, естественно. Я просто сегодня не выспался. Вот Ромао даже начал в гости приехать. Но завтра все равно буду стримить. Бля, вроде и хочу, чтобы обнова вышла, вроде не хочу. Потому что это придется видосы штамповать, ебать. Стримы хуярить. Короче, придется много контента делать. Ой, бля. Короче, вы оба лошпеда. Уже глаза пекут, ебать. Ты сколько за компом, бля? С 5 вечера, можно Билл, сказать, ты... за компом. Еду я, бля, что ты хочешь? А где ты едешь? Возле Е2-2 почти. Это Санта-Барбара перед сном, конечно. Я в ахуе. Сука, петух ты ебаный, нахуй. Давай починю. Ага, блядь. Эта машина пропадет, нахуй, я посмотрю. Я починил уже, иди нахуй. Мы угорели на М5. Лево, право, дай. Логан такая, блядь. В жизни Логан прикольно выглядит, типа. Но в игре, блядь. Такое все, конечно. Поехали обратно на гонки. Может там что-то есть еще. Это ману. В ютубе нихуя нема. Походу обновления. Нихера себе, еще игра стримит, и Бен Мор стримит. О, Сережка видос выпустил. Ладно, мы не будем Сережки видос смотреть, потому что там другие проекты типа есть. Ну, как бы, там Амазинга вообще нету, в принципе, поэтому не будем смотреть. Да, короче, никаких спойлеров нету совсем. Тишина. Ты пиздил хочешь? Видимо.
Я забыл, что в маске. Заправку заедь, я чувствую, что бенза мало. Да, это за нами. За нами едут. Готовьтесь пиздиться. Давай их тут прям на КПП отпиздим, нахуй. Давай, выходим. За нами, не? Подкрепление требуется. Вы сами за нами поехали. Ребята, надо помочь? Да вроде не надо уже. Я уже вижу. А где, блядь, а где машина, нахуй? Где машина, блядь? Еды. Не, на хули я, ебать? Я шо, рыжий эти шо? Ебать, остина вырежу, пиздец. С этим рюкзачком, ебать. Ты шо, сука? Мамкин стиляга, папин симпатяга, нахуй. Я че... Бывает. Если говоришь что-то, или запоминай, или потом не говоришь, что этого не было. Но картошка был в тот момент. Блять, вы нашли из-за чего, блять, пиздеть, нахуй. По-моему, пятый бензин закончился, да? Не, не закончился. Ладно, поехали. Поехали на эти, на гонки. На заправку сначала заедь. Я знаю, блядь. BMW, блядь, она такая прожорливая. Так, Карпас. Да ёбаный, сука. Карпас. 162. Блядь, целку вроде надо делать же. Обнову не будет. Да, бля, я уже не жду ее. Ты сказал, что не будет, я уже не жду, понял, типа. Ну, ну не будет и не будет, понял, типа. Ой, люблю, когда мне проды завозят, обожаю просто. Проблема было видно. Настройки, вот. Показателями сообщения. Да? Да? Там на радио нажми. Какое радио? Там радио есть. Retro FM. Где радио Рекорд. Есть? Где радио да. Есть? В машине в магнитоле. Да, там нажми. Медиа, и там выбери радио.
Детрадио нахуй видел. Волна Amazing FM. Не, прижал под утку, прислал. Он без чьего-либо разрешения взял, принял человека Фому. Ну, как бы, блядь. Как бы, ну, никто его на должность, типа, набора Фому не назначал, понимаешь? Вот в чем прикол. Типа, картошка дохуя себе позволяет. Даже я, ну... того же мнения. Да лучше это, конечно, за чего спорится, но ладно. Навряд ли встретишь. Ну, понятно, что навряд ли встретишь. Тут очкаю. Поздно выбрали. Рано, а не поздно. Рано или поздно? Рано. Так. Давай на рублевочку. На южного. Бля. Где же у меня отмычки есть в багажнике? Не помню. Бля, помню эту отмычку в багажнике. Никита, у тебя есть отмычки? Что? Есть отмычка одна еще. У меня нет, не могу. Поехали на склад. Надо, бля, блокипку купить, чтобы, блядь, отмычки там брать. Вон у Костяна. А, вон у этого есть. А, этого. Едет на рублёв, короче, сейчас приедет. Сироткин даст две отмычки. О, что надо съесть блокипкой, ебать. Блокной тип, нахуй. Ну, походу, уже особо на стритах. Да. Ну, он стоит. Наверное, да. Лехус. Пиздец. Как так-то нахуй? Дайте отмычку одну. Костян, отмычку. Нету? Кит, пропиши там, возьми отмычки. Есть родной две отмычки. Не одну хотя бы. О. Это все, Костян, уже. Стоять. Может, сколько тебе отмычек дают с блокипки? 5. Че, нас все выкинули, да? Давайте 5 передам. Они не влезут. Сейчас я одну положу в этот багажник. Давай.
Бля, честно, найдите выяснять отношения, ну, как бы, не на стриме, пожалуйста. Скинь Костя на пол просто от мышки. Там нельзя на пол. Так тогда кидаю. Взяли машину, оккупировали, что нас с пешком пойдет. Надо скинуть кого-нибудь. Какой детский садик, выходим. Похуй, я на своей. Что? Возьми хотя бы X5 и заебал. Нормально, пора. Да, обратно в Эдва. Ну ебаный рот, нихуя не меняется. Я тоже стоковый, пиздец. Кто, блять, их покупает, стоковый, нахуй. Кстати, там автосонич Lexus, который мне прям нравится. Он типа, ну, не LX, он как-то... Ну, тоже LX, по-моему, только другой, типа. Вот он прям намного лучше, чем этот Lexus. Я не знаю, почему его не покупают, типа, но он прям пиздатый. Я б себе такой на твин бы, наверное, купил. Там мусором можете отпиздить по дороге. Три машины полиции поехало. Блять, надо завтра по-любому уже 11 скилл качать. Прям 100%. Ну, в принципе, если три гонки хорошие сделать, плюс-минус как раз. Фулхат завезли. 10-й у меня скилл. Надо 11-й вкачать. Как раз 11-го скилла заказик висит. Кирилл, ты в этого? Да. Хоть все равно места нету. У вас все равно места нету в машине. Да я сейчас скипну кого-нибудь. Да нахуя? Ну ты че, а ты куда, как? Я заспавнюсь на особняк. Ну. Так что едь на особо, типа. Ой, бля. Я не тому выбрал спаун. Извиняюсь. У меня клавиши просто конченые эти, нахуй. Надеюсь, он отменил, ебать. Да не будь сегодня обновы, пацаны, ну, блядь. Это бред. Я покажу, какой Lexus, типа, я хочу. Бля, этот мотик нахуй продам. Вообще неудобно на нем ездить. Хоть я люблю BMW, но этот мотик такой конченый, пиздец. Да бля, они хуйню сюда забей, типа, ну, не, даже не вникай, ебать. Просто, ну, я же говорю, что на стриме, как бы, выяснять отношения, ну, это полная хуйня. Не, не будет обновления. Я думаю, то, что, скорее всего, реально завтра.
Так, где этот Lexus? Сколько он вообще стоит, я не помню. Ты далеко, наверное, пошел, не? Бля, сколько он стоит, нахуй? Вот этот Lexus, ебать. Он типа... Сейчас я тест-драйв возьму. Он типа вообще сасный такой. Короче, чип на него накинуть надо. Клиренс 5. Это не развалы. Чекайте, как он прикольный, да? Такой чисто, сука. Он пиздут еще тоже нормально. Ну, такой бы Lexus я бы себе хотел бы даже. Типа, я Lexus в целом не люблю, но этот прикольный. Не знаю, сколько у него максималка, ну где-то 200, наверное, 80. Ну, типа, это хотя бы не банальная какая-то машинка, типа. Их очень мало, я вообще, в принципе, их не видел. Не знаю, почему их не покупают, но тачка реально прикольная, типа. Может, никто не знает, что она так хорошо едет, типа. Хрен его знает. Так тачка прикольная. Так, снять розыгрыш, химия, принять участие в системе мероприятия. Продать рыбу, так, заправить сцену компании. Короче, хуйня всякая, ебать. Не, Lexus прям прикольненький такой. Если сюда еще там неончик какой-то въебать, то будет вообще нормально. Так что там нашки стоит. Алоха. Алоха, Якуза. Охуенный арпаник, ебать, если честно. Алоха, это ж типа привет, или... По-моему, алоха, это вообще и привет, типа и пока считается. Ладно, ребята, я буду закругляться. Как бы, утром буду стримить. Так что надо выспаться. Обновы, я думаю, не будет. Бать, стрим уже почти 3 часа идет, нихуя себе. Нормально я, конечно, даю. Так что всем огромное спасибо, кто был на стриме. Я думаю, то, что обнова сегодня не выйдет. Смысла ждать ее нету. Поэтому, как бы, ложимся спать. Будем надеяться, то, что она выйдет завтра вечером. Либо завтра ночью. Давайте, всем спокойной ночи, на связи.